В Северокавказском федеральном округе откроются рестораны сети быстрого обслуживания «Ростикс». Первое заведение в рамках ребрейдинга, сменившее название с KFC, открылось вчера в столице Дагестана на проспекте Расула Гамзатова. Как сообщает пресс-служба организации, в ближайшее время ребрендируются еще 9 предприятий в регионе – 6 в Махачкале, по одному в Хасавюрте, Дербенте и Дагогнях. Также планируется открытие нового ресторана «Ростикс» в Каспийске. Помимо нашей республики, ребрейдинг до конца текущего года коснется из соседних регионов – Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия. Отметим, что концепция меню при переходе на «Ростикс» не изменится, а куриная продукция, поставляющаяся в рестораны республики, останется халяльной. Бренд продолжит сотрудничество со своими поставщиками. Напомним, что переименование сети ресторанов началось в прошлом году, когда российская компания Smart Service приобрела бизнес американской Yummy Brands, владеющей брендом KFC. За этот период уже свыше 1000 заведений сменили название на «Ростикс». Всего на данный момент российская сеть насчитывает более 1170 ресторанов в 74 субъектах страны.